Оскар. В интеллектуальных баталиях за призовые места сойдутся 270 спортсменов из Алматы, Астаны, Актобе, Павлодара и Шымкента. К слову, многие из шахматистов уже не раз становились чемпионами Казахстана. Я к этому чемпионату готовился долго, потому что моя цель – его выиграть. В прошлом году я стал второй раз чемпионом Казахстана и хочу подтвердить свой статус. В своих силах я уверен и знаю, что займу одно из первых мест. Цель турнира – Кубок Республики Казахстан по шахматам – выявить перспективных шахматистов страны. Цель организации этого турнира – оно и приурочено к тому, чтобы найти молодых дарования, найти шахматных дарований, найти, чтобы занять какими-то интеллектуальными деятельностями, занять их. Ну, даст Бог, значит, куча детей, как вы видите, из них наверняка есть какие-то дарования, самородки есть. Мы ищем этих детей, будем финансировать, поддерживать, дальше будем продвигать. К слову, интеллектуальная игра в последнее время стала популярна в Казахстане. Этому способствует и достижение наших южноказахстанских гроссмейстеров. Я думаю, это очень верный шаг, то, что мы проводим такой огромный масштабный турнир среди детей. Третий детский кубок Казахстана проводится в нашем южном регионе. Отрадно видеть огромное количество желающих заниматься и играть в шахматы. Это очень важный момент. Я думаю, что у нас много талантливых детей. Самое главное – найти и их дальше вырастить на большом уровне. А то, что у нас приехало сейчас в наш регион 300 человек примерно, это говорит о популяризации шахмат в Казахстане и в нашем регионе в целом. За место на пьедестале ребята будут бороться 6 дней. Уже 29 июня будут известны имена победителей. Четвертый этап турнира пройдет в конце июля в городе Астана.